станет таким вот пышным, мягким и очень приятным. Мне кажется, я микрофон закрыла. Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу о нашем одеяле. Это одеяло из Икеи, Стрэндбрека, 200 на 200 сантиметров, которое мы покупали за 3999 рублей этим летом. Прошло уже полгода, и я уже могу поделиться с вами отзывом. Я очень люблю спать под теплыми, большими, мягкими одеялами, даже летом. Раньше у меня было пуховое одеяло, которое мне дарила бабушка, и я спала под ним просто круглый год. И поэтому мы взяли в Икее самое большое, самое теплое одеяло. Здесь вот есть значок температуры, который указывает, что одеяло очень теплое. Есть среднее одеяло, есть прохладное одеяло для лета. Но, как я уже сказала, летом я тоже сплю под ним, и мой муж говорит, что я запекаюсь, как булочка в духовке. Это одеяло очень большое, 200 на 200 сантиметров, и нам его хватает вдвоем, даже несмотря на то, что я заворачиваюсь как рулончик во сне. Единственное, мне остается маленький клочок одеяла, когда приходит наша кошка и ложится вот так вот посередине, как королева, и спит. Тогда, конечно, одеяло нам остается по краям совсем немножко. Собственно, почему оно нравится нашей кошке, потому что оно очень пышное и мягкое. Когда мы его только купили, оно было свернуто в рулон и казалось не таким пышным. Но в инструкции написано, что когда одеяло расправляешь, оно полежит и в течение 2 недель расправится и станет теплым, мягким и очень приятным. Это одеяло внутри синтетическое, оно не пуховое. Пуховое там тоже было, но стоило примерно 7000 рублей. Я решила не покупать пуховое, потому что оно у меня уже было. Из него очень сильно лезет пух со временем, и этот пух приходится чистить для того, чтобы в одеяле не завелись пылевые клещи. Это, кстати, очень частая ошибка. Думают, что натуральное лучше, но за натуральным тяжелее ухаживать. Это одеяло можно стирать в стиральной машинке при 60 градусах. Главное, чтобы оно у вас вылезло в эту машинку. Внутри здесь синтетическое волокно, которое состоит из полиэстера и лиоцела. А верх состоит наполовину из натурального хлопка и наполовину из лиоцела. Лиоцел — это синтетическое перерабатываемое волокно, оно тоже очень хорошее. И у нас даже есть постельное белье из лиоцела. Оно такое приятное к телу, что теперь мы покупаем только его. Нам с мужем под этим одеялом спать очень комфортно. И, кстати, на сайте написано, что одеяло хорошо пропускает воздух и впитывает влагу. В комментариях у меня часто спрашивают про это одеяло. Так вот, я его честно рекомендую. Единственный минус, который я у него обнаружила, то, что оно белого цвета. Я честно не понимаю, почему все одеяла делают именно белого цвета. Оно все равно будет в пододеяльнике. Почему его нельзя сделать каким-нибудь серым или хотя бы бежевым? Потому что чуть-чуть оно испачкается, и уже как бы его надо стирать. А стирать одеяло, которое 2 на 2 метра, это то еще себе приключение. Это нужно его впихивать в свою машинку или тащить в специальную постирочную. Знаете, сейчас есть такие не химчистки, но такие помещения с большими машинками, куда можно приносить свои вещи, там одеяло, пледы различные, и стирать. Но это все равно нужно идти и это делать. А если бы одеяло было серое, то какие-то мелкие бы пятнышки, затертости так бы сильно не раздражали. Итак, давайте подытожим. Одеяло Стрэндбрека из Икеи размером 200 на 200 сантиметров нам очень понравилось. Оно теплое, простое в уходе, его можно стирать в стиральной машине. И очень комфортное, мягкое и приятное. Я вам честно его рекомендую. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их, пожалуйста, в комментариях. И также напишите, если у вас тоже есть одеяло из Икеи. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.